Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас сегодня 30 августа. Да? Да. Что у нас сегодня? Воскресенье. Ой, сейчас чуть сегодня не перепутала. Пока себе показывать не буду. Я с маской на лице. Да? Да. Проснулись мы уже порядком времени назад. Сейчас приготовила завтрак. Стоит кашка, остывает. И тут наши детки занимаются. Детки, кстати, всем привет. Привет. Да, всем вот, привет, смотрите, детки. Я все-таки доделала. Вот эта травка, по которой он идет. А вот это это яблочко. Яблочко, да. Нет. Марют, притихли нет, они. Тоже. Вот у Ильюши что-то тут сделала тоже. Вероника, не надо отнимать. Покажи, Вероника. Ой, Ильюш, покажи. Покажи. Ёжика своего сломал и сделал. Вот такого что-то сделал непонятное. У нас такой корабль будет, да, Илья? Вероника! Вот так вот у Илюши. Ну, пускай она садится тоже. Молодцы, сами ушли. Тихо, спокойно. Я думаю, что-то детки притихли. Они зашли сюда, в комнату, начали лепить, да? Да. Молодцы какие. Вероника, мой крем. Да, крем мамин унесла. Ловушка. Скажи всем привет, нет. Привет. Там. Да, молодцы. Я думаю, не дам. Нельзя, так аккуратно. Пускай она рисует. Дай ей какой-нибудь карандашик. Пускай рисует. Где карандаши ваши? Где ваши карандаши? Моя мишка сделана. Твой мишка сделанный? Да. Знака Вероника тебе. А что еще нету? На тебе карандашик. Сережа монтирует влог, сидит наш вчерашний. Ой, лепишь? Мишу. Кого ты будешь лепить, Илюша? Мишку. Мишку, да? Да. Так, ну все, ладно, лепите пока, потом покажем, что у вас получилось. Ладно, что тут уже? Дай покажу. Это Мишка. Мишка, что он черный? А у меня просто коричневый закончился. Ну, а там же еще есть пластилин. А, тоже. Ну, ладно, уже лепи. Там же еще пластилин есть. Я еще буду маленький лепить. Да. Потом покажем, что у вас получилось. Так, Сережа. Всем привет. Да. Солнечный. Сережа монтирует наш лог, я рассказала. В принципе, что придется долго, потому что музыка вырезать. Ну, хочется просто 20 секунд скажу. Ну, нам куда песни не снимали, хочется вставить, конечно, в конце. А так все равно получится долго, потому что и бывали в этом. Ну, надеюсь. Пострели и сняли в окрестности возле него, в принципе. Ну, и не знаю. Надеюсь, всем понравится. Да, для нас настанет очень интересный двор. Такая у нас не погода солнечная, правда, да, прохладная. Даже сегодня под утро прям у нас подзамерзли с открытыми окнами, окна были открыты. Ну, конечно, холодно уже, но... Сейчас солнышко, ветер. И ветер такой не, довольно-таки не теплый, я бы сказала бы. Да? Да. Так, ну что, сейчас пойду где-то кормить. Да. Кашка, я поставила уже варить бульон на лапшу. Ты все-таки психолишь, да? Да, и буду собираться сейчас в храм съезжу. Хорошо. Хочу посмотреть, давно я собиралась, как раз есть возможность такая, очень прекрасно. И не знаю, может быть заодно, но это не, вряд ли сегодня, конечно. Потому что праздник все-таки, крестик нам придется в следующий раз светить, съездить. Mm-hmm. Сегодня вряд ли, потому что за праздника, правильно? Ну, праздник еще и будет, конечно. Нет, это можно любой день к батюшке подойти. Просто я думаю, что сегодня батюшка, скорее всего, будет занят, поэтому вряд ли не осветит его. Ну, возможно, всякий случай, может быть. Вот так вот. Так, ну все, увидимся. Итак, у нас сегодня на завтрак молочная гречневая каша. Кстати, а у меня уже Мишка сделала. Да, Владик уже сделал Мишку. Сейчас... А ты еще нет. Потом покажем, да? Ты что хочешь? Поможет тебе, Владик. Ты вафлю уже топчешь? Где ты ее взяла? А где она ее взяла, кстати, вафлю? А ей папа дал папу. А, ну ты это еще когда? Он тогда давно еще ухо же сама указывала ей. Да, и она поела, а я положила туда, а она как-то дошла. Сейчас я посажу. Да, будем завтракать? Да. Да, детки, приятного аппетита. Да. Спасибо. Спасибо. И кто сейчас кушает, тоже всем приятно. Что тут?
кушаем. Да. Кушаем кашку, да, гречневую молочную? Да. Да. Итак, я уже собралась, сейчас буду выходить из дома, поеду до храма, как, в принципе, говорила. Там постараюсь побольше поснимать, точнее, постараюсь там поснимать, не знаю, получится, не получится, можно ли там съемка, разрешена, не разрешена. Но, по крайней мере, я съезжу, потому что очень давно хотела туда попасть, и все, не было времени. А почему? Что, почему? Так, ну что, Владик, покажем, что ты у нас там налепил? Да. Такую мазь, такую красоту, скажи, сделал. Так, и ты, конечно, и ты помогал. Так, ну что, рассказывай, что у тебя где. Вот это у меня ежик, у него добавилось яблочко, но я вам уже говорил, это страка. Это мне. Сейчас покажу. Это у меня пингвин. Пингвин, красивый. Это у меня кошка. Такая кошка. Да, молодец. А это у меня лодка с мишкой. Лодка с мишкой. Ну, а тут что у нас? А здесь у нас еда. Вот это молоко для кошечки. Угу. Это вода для ежика. А это салат для, для пингвина. А это для мишки салат. Вот такой вот у нас Владик слепил, да, животных, и еду им приготовил, да? Да. Так, нельзя. У нас что тут Илюша? Илюша у нас слепил все сразу, все в одну кучу смешал, весь пластилин, да? Это вермишель. Вермишель? Это таковки. Короче, Илюша сделал суп из пластилина. Так, у меня здесь все и для всех, то есть можешь, это и кошка есть, как бы салат. Это, здесь и все. Ну, здесь кто хочет, то кто-то и не может. Да, да. Да. Суп сварил, да? Суперлина. Из пластилина, да. С кошком. С пингвином. Да. У него суп с кошкой и с пингвином. А? Обидим кого-то. Да? Там, походу, аниматоры или на улице. Ага. Ему с подъезда. Маша? Ну да. Да? Бегают дети. Папа! Ну, музыка оттуда, потому что я думал, откуда же музыка, думаю, с сада, не с сада. Там. Ясно. Так, ну что, давайте сейчас будем поедем. А можно мне сейчас выйти на улицу? Ну, ходи далеко, он с вами. Иди. Там нет никого, там маленькие детки бегают. Пойдешь? С ними будем бегать. Ну, он там же есть, и я. Откуда же он там есть, нет? Все, так, ну что, да, я ухожу. Все, уже подвалилось. Все, уже все смонтировал. Ну, Рупанова, дети спать. И вмешали вы суп закинули. Сережа. А, да, я же видел, красиво. Да, Сережа молодец. Уже это посмотрел, красоту сделал Владик у нас. Молодцы, время есть, делайте. Ну, конечно. Да. Так, Вероника, ты куда на стол лезешь? А? Вероника, мы сейчас пойдем со стула на стол. Так, все, слезаем. Давай, сейчас посмотрим. Так, ну все, увидимся. Я уже приехала, решила поснимать. Не знаю, что-то я, наверное, попробую с другой стороны сюда зайти, и не знаю, можно ли там будет сниматься или нет. Очень много народу. Сейчас посмотрим. Можно ли там будет снять. Так. Я уже, в принципе, когда ехала, видела, сколько там народу, там просто ужас, стояли пробки долго, потому что видно крестный ход. Светиться собором, освященным в честь Успения той, которую мы сегодня прославляем, радости наших верующих сердец. Каждый из нас призван к святости, и каждый из нас способен помочь Успенскому собору засиять во всем своем великолепии и красоте. Это дело доброе, доброго производения всех, кто желает своей лептой дополнить великое дело. Мы чтим и празднуем Успенскую икону, икону Божьей Матери, которая на протяжении многих веков охраняла нашу землю от захватчиков. Враг много раз подходил к стенам города, но
каждый раз Божья Матерь защищала его от разрушения. Каждому из вас. Веры. Веры в Бога. Веры и уверенности в наш великий российский народ, в нашу великую страну. С праздником! Я приветствую гостей нашего праздника Преосвященного Владыку Вениамина, который прибыл из Белой Руси к нам, Владыку Сафрония, который прибыл из Белогорья. Благодарю их за участие в молитве, за участие в праздновании их Свенской иконы Божьей Матери и желаю помощи Божией в их архипастырском служении. Пусть Матерь Божия всегда пребывает с вами своей материнской любовью и покрывает вас от всяких бед, скорбей и напастей своим материнским покровом. Собор красивый, конечно, очень. Долго простояли в очереди, народу очень много желающих. Служба, сказали, была очень большая, хорошая. Вечером еще будет служба. Ну вот, в принципе, по возможности я немножко собор сняла. Конечно, надо бы прийти в день не такой, когда праздник, потому что здесь очень много народу. Не поснимаешь особо внутри. Там вот пойти быстренько, если получится. Работает полевая кухня, которая разъясняет ее. Тоже народу много, всем предлагают покушать. Итак, ну что, время уже 4 часа, да, дети у нас еще спят, сегодня это ноубой, уже больше 3 часов, ладно. Пускай спят. Пускай спят, да. Татьяна не хочет идти в аэропарк с Илюшей. Да, не хочу, сейчас начнется. Чего? Туда сходить. Так, недавно так пришло. Нет, вообще дело в том, что мы хотели сходить именно на... Ну, прям часами, да, а сейчас это, уже, да, естественно, праздник. А сейчас уже, естественно, праздник закончился, они вроде бы не часа. Нормально. Ну... Полтора часа, ну что, ну уже 4 часа, пока, да. Даже если сейчас разбудить их, пока поедят, ну, смысл, пока да, доехать. Смысл, пускай скажут, поэтому... Ладно, погуляйте на улице возле дома. Да, погуляем на улице. Ты доедешь, да, док? Не поедешь? Не знаю. Зато на работу надо купить, поесть. Не знаю, наверное, не поеду. В линию сходишь? Схожу в линию, там, да, возьму там... Поесть, короче, на работу. Да, там, булочек, батон. А домой все равно добавить, да, хлеб, батон. Да, домой хлеб, батон. Не поеду я туда. Лучше возле дома возьму сразу. Все равно завтра уже приезжать. Скорее всего, ну не скорее всего, а точно уже приезжать. Потому что, как я, в принципе, наверное, мы уже говорили, потому что... А, нет, мы, наверное, не говорили. Мы не говорили. Да. Завтра же, получается, как бы 3 дня работы, но приеду я завтра, потому что все-таки 1 сентября. И мы решили, все-таки Татьяна пойдет с Ильей на линейку. А? Ну, Ильей, с Ильей и Владиком, да. С Вероникой я буду дома, все вместе больше не пойдем, потому что и была возможность поснимать немножко все-таки линейку, потом у них будет открытый урок.
Ну, как бы, ты не говорила это тоже. Я вроде бы, наверное, говорила, что вот у нас брусь посмотрят 1 сентября, но максимум, что я сниму, линейка, это да. Линейку, да, это максимум, потому что потом их забирают там в библиотеку. Это, вот, никак, это никак будет, как в первом классе было, то есть да. Открытый урок, здесь его не будет. Да, здесь его забирают в библиотеку. Не, ну линейку, школу, это, конечно, само собой. Да. Насчет подготовки в школе, ну, может быть, как просто, как будем выходить, мы это снимем. А, ну это да. Одетыми. Да, да, да. С букетом. Вот. Нет, но я имею в виду, что в школе, потом вы забираетесь в библиотеку, там для них будет праздник какой-то. Это чисто, без родителей. Но это без родителей, соответственно, я туда не пойду, если мать, естественно, это не буду. Ну и дело в том, что еще просто ты пойдешь в больницу, уже все комиссии. Потом я сразу пойду в поликлинику детскую оттуда. Мы решили так именно сделать, потому что тем более я приеду на всего лишь, ну, грубо говоря, я уже вечером уеду первым. Потому что мне две смены работать придется. Ну, это лучше более-менее как-то что-то, чтобы здесь делать дела какие-то, действительно, по возможности, чтобы не с детьми было, не ездила. Приедет вечером. Ну, завтра, да. Ну, да, и завтра, получается, уже уедет. Ну, такие, в принципе, у нас планы. Да, не знаю, что на улице такая погода, что непонятная. Нет. Солнышко выглядывает, жарко, солнышко скрывается, прям холодно становится, и и тучки какие-то появились, не знаю, голова заболела. Сейчас немножко посмотрел ролик, кстати, как Татьяны Селябинской, она выложила уже о своем путешествии, три ролика, по-моему, да. Да, я посмотрела уже. Смотрели, вот она ездила, вот, пока с мужем посмотрели Чебоксары, потом я по... Я Чебоксары пропустила, да? Ты не смотрел, вот я смотрел. И вот в Москву как раз они приехали, там по Владимиру ездили, вот. Интересно, конечно, вообще интересно. Наш киса спит. Да, мужка отдыхает. Вместе с детками. Детки отдыхают. Ну, очень понравилось тебе, да? Собор. Да, мне очень понравилось собор. Я поставила свечки, подала записочки. Тоже там народу, конечно, очень-очень много. Сегодня праздник. И, кстати, вот я уже там в конце снимала, когда в самом соборе икону, которую сегодня все поклонялись, вот эта вот икона Сенской, да, Богоматери. Вообще красивая икона, просто как бы, я сейчас даже покажу. Mm-hmm. Я покажу в маленьком формате, соответственно. Понятно. Ну, вот. Ну, что, я за это время тут, в принципе, сварил супчик, Машенька постирала белье. Да. Ну, такая, уложил где-то, конечно. Такая вот икона. Там каждому раздавали на выходе из... Икона Божьей Матери Свенская. Да, такая вот. Да, ничего нет? Ну, да, мать. А, ну, это да. Да. Вот. Было очень-очень много очень народу. Ну, крестный ход был, я смотрел. Ну, крестный ход, а я имею в виду, что вот в этой иконе именно там постоял милиция, очень было очень много. Ну, был проход сегодня, да. Пускали прям туда, не знаю, может быть, по 50 человек, не знаю, как будут именно по 50, по 60, может, человек максимум, даже 50, наверное, менее. Mm-hmm. Там была вся церковь народу. Ну, я как бы сняла, посмотрите, там очень много народу, конечно, было. Ладно, хорошо, что сходили, у тебя некогда выбрались в Свенский монастырь и в кафедральный собор, который ты хотела сходить в главную Брянска. Еще там есть первый этаж, но сегодня поснимать не получилось, потому что там закрыто сегодня был первый этаж, как бы все вот иконы это было на втором этаже, соответственно, все зашли туда. И как-нибудь получится приехать. Да, кстати, что-то я хотел еще сказать. А насчет этого Владика футбол ты говорила? Что будет теперь как? Не помню. Ну, короче, Владик меняется расписание, соответственно, из-за школы. Теперь у него будет те же, наверное, дни, недели, то среда, пятница, но с полтретьего. Не, наверное, говорил я. Не знаю. Ну, короче, неважно, еще раз говорю. С полтретьего до четырех. Нормально, кстати, время. И время удобное, как бы не темно еще. Даже зимой будет. Даже зимой, да, я шучу. 4 часа 15 минут 5 он будет дома, я считаю, это нормально. А, ну да, с полтора до полтора. Да. Это нормально будет. Да, нормальное время будет, очень удачное время подобрано, очень хорошо, не темно потому еще. Потому что действительно тут все просто учатся первую смену школы, так что. Ну, я не знаю, все не все в Брянске. Кстати, начальные классы точно, получается. Не знаю. А, кстати, про программу ты говорил? Да, я написала. Написали комментарии? Да. Ответил, напишите, все продают учиться в эту первую смену. Это можно найти в интернете. Может, кого-то детки ходят, кто живет в Брянске. Потому что как-то у нас сейчас людины вторая смена во втором классе. Второй, третий класс. Да, второй, третий класс. Это везде, это всегда было. Вторая смена. Это всю жизнь была. Всю жизнь. У нас, да, у людины, да, так и было. У людины было так всегда с советских времен, еще как мы учились, второй, третий класс было, да. И, по-моему, нет. И какой-то еще был класс, то ли пятый,
Что-то такое было, я не помню. Ну, было, было, да, там еще. Потому что у нас четвертого КБ не было, мы сразу переходили в пятый, помню, класс. Третий. У нас была начальная школа, было всего три класса. Это сейчас сделали четыре, а раньше было всего три класса было. Так. Я хорошо училась. Так. Илюшкин. Первый проснулся у нас. Как дела? Никак, скажи. Никак, все. К маме спать, да? Ну как, скажи. Ну, все, ладно. Так, ну ладно, так немножко поболтали, в принципе, там и всем, да, сказали свою новость. Mm-hmm. Увидимся немножко попозже. Да. Да. Итак, ну что, у нас обед. Поздний обед. Уже полпятого. Да, полпятого. Mm-hmm. Вероника проснулась. Солнышко? О, она проснулась, да? Ням-ням. Ням-ням. Да? Захотела, ням-ням. Илюшкин, ты что? Держись, Валик. Наигрался уже, набегался. Mm-mm. Что нет? Еще не наигрался. Еще не наигрался? Ну, давай. Последние дни остались. То есть сегодня и завтра? Завтра уже нет. Завтра уже готовится к школе будем. Все, я сейчас буду есть. Давай, кушай, Лен. Завтра готовится к школе, да. Сейчас плюс тренировка еще, и потом уже к школе. Завтра тренировки. Не будет? Еще. Все, им теперь в среду тренировка. В среду тренировка, да. Ну, перед школой как бы сделали им. Еще выходной. Да. Что-то небольшое. Ну положи сюда. Или выкинь сразу. Потом теперь все будет конфетная душа. Выкинь в мусорку. Так ладно, Серёжа, что? Приготовил лапшички. Ну, что ты будешь готовить? Бульон. А тебя сегодня, да, уже очень работали? Нет, завтра. Завтра уезжай, завтра что, приедешь. Что там такое? Что ты, Илья, все, выкинул, фантики, все. Что там? Что-то увидела, не знаю. Где там-то увидел, не знаю. Так, ладно, мы кушаем. Да, приятного аппетита. Всем. Да. Какой спокойной ночи, еще увидимся. Еще увидимся, да. Ага. Так, мы вышли на улицу. Гол! Гол! О, тебе мяч! И играем. О, молодец, футбол! Так вот, сейчас Владик, папе бьет по воротам. Опа, подбивает, как? И Илюша бегает с мячом, да? Один из всех. Вероника наша топ-топ гуляет. Ну-ка, смотрим. О, это было жестко. Дочь, аккуратно, ты сейчас бахнешь. Ладно, давай, 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 бей. Опа! Не забил. И что, могу забить? Можешь, я не спорю, ты молодец. Илюха, забей. Да, где вообще? Ребята вообще играют со своими. Ох! Ничего себе! Вот так вот у нас игра. Сейчас. Ого! Что, Владик? Не ожидал! Давно не играл. Я тоже хочу побегать с вами. Я тоже хочу с вами побегать. Да конечно. Думаешь, я не... Опа, не умею, Вероника наша села. Что ты села? Что ты села? Футболистка пошла. Так вот играем мы. Теперь поменялись местами. Я тоже побегала. О, мяч. Вот так вот, Владик. Побегала, побила голы. Это Сережа. Да, и тебя забила, да, Владик. О, бежи, сынок. Не... Илья? Вон он, Илья. Да, в песочницу Илья наш ушел. Вот так вот на мяч подали. Ух ты, как... Крапива? Да! Это моя! Вероника в группе поддержки, да, танцует?
Гола! Сам себе, да, Владик? Давай, давай, кидай. О, молодец, Владик. Итак, ну что, время уже 9 часов, мы уже помылись, пришли домой, наигрались сегодня все, да? Да, напрыгались, да. Мамка особенно напрыгалась, набегалась, решила тоже поиграть, пробить по штангам. Так, что такое, вы бегаете тут? Пистолетчики, а пистолетчики? Стоять бояться. Ну что, сегодня такой наш денёк. Так, положите пистолет, все, хватит. Вот начинаем играть. Сейчас будем кушать и спать, все. Завтра понедельник, завтра я уезжаю. Завтра уезжаю, завтра приезжаю. Так, все, Вероника, аккуратно. Илья. Илюшка, куда же дождаюсь? Танечка сегодня побыла в кафедральном соборе. Да, давно хотела выиграть. Ну, вы его прекрасно все видели. По возможности сняла, да, там внутри. Он работает. Так, Варик, ну что, завтра последний день лета, последний день каникул. Да, 2015. Завтра будем готовиться к школе. Летних. Да, все, собирать, покупать цветы. Завтра с вечера, надеюсь, все будет удачно. Ну да. Потому что вроде палаток много возле нас, штук на 5-6, но школ тоже много здесь, учеников тоже много. Город большой, и, естественно, так. Ладно, это все будет завтра, завтра тебя, конечно, тоже снимает. Ну да, что, конечно. Будем прощаться. Да. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Пока-пока-пока-пока. Илюшкин. А, Илюшкин. Ты пока спокойной ночи. Илья. Говори пока. Спокойной ночи. Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Мы с вами завтра уже, 31 августа. Пока-пока-пока. Да?